Айгуль, Асель, и это имена. Не знаю, казахские имена сейчас в моде. Если говорить о национальности, то сейчас, по-моему, казахские имена очень многие ставят. Наверное, Амина. Али. Нурсултан, наверное, еще. Алия. Ну, Настя. У меня сейчас внучка, мы назвали ее Джульеттой, и я не знаю. Мужское — Арман. Серик. А женское? Салтанат. Саламат, Айбек. А женское? Женское — Айгерим, Индира. Сейчас, например, я часто слышу имя Мухаммед, например, да, очень часто слышу. Асем. Наверное, Айгерим Айдана. А мужское? Мужское. Аслан, Арман. Среди вот девочек больше на Гуле. Вот Гуля, Гуджа. Возможно, Арман. Даняр, Бахтер. Женское, что-то связано с цветком. Гульнара, Айнура. Айгуль, наверное? Аяжан. Аяжан, а вы свою дочку как назвали? Аяжан. Так, Алихан вроде. Что еще можно сказать? Женское? Женское, Тамирис. Так, я думаю, Азамат мужское, Айжан, Айнур женское. Мужское, наверное, Нурсултан. Ну и Нурслан. Арушан. Даниял, Эмили, Жанат, Саша. А тебя как зовут? Инджу.